Детство Славы Киреева пришлось на послевоенное время. Игрушек почти не было, да и те, которые были, ребята мастерили своими руками. Играли в казаки-разбойники. Тогда они даже не подозревали, что пройдет всего лишь несколько десятилетий, и магазины будут в буквальном смысле слова ломиться от товаров для детей. И вот эти ружья, пистолеты, там машинки, деревянные колеса даже сами вытачивали. Ну, родители, может быть, помогали иногда. Поэтому, конечно, сейчас колоссальный разброс. Вот на все желания детей, которые можно столько придумать, наверное, даже придумать сложно, заходишь в эти магазины, смотришь, все что угодно, и очень дорогие, и дешевые, но в любом случае игрушка – это развивающий, конечно, предмет, вот, и они очень полезны. В коробке храбрости только полезные и развивающие игрушки. Здесь и наборы для творчества и раскраски, которые так любят малыши, и конструкторы для детей постарше. Все с огромной любовью собрано депутатами-единороссами и общественниками. Сегодня депутаты Одинцовского городского округа принимают эстафету от депутатов Государственной Думы, фракции «Единой России» и, конечно же, нашей Московской областной Думы. Мы дарим в коробку подарки нашим ребятам. Ребятам, которые сейчас проходят лечение в детских больницах. Именно для них все эти игрушки, чтобы утешить маленьких пациентов после болезненных процедур. Для них приготовили приятные сюрпризы. Чтобы детям было легче, проще, не так скучно, не так страшно в больницах. Все собранные игрушки были переданы в больницы и поликлиники округа. Теперь дети будут меньше бояться людей в белых халатах. Ведь после укола или прививки их ждет подарок из коробки храбрости. Мы видим, детям очень нравится. Здесь они с удовольствием сюда приходят. Они занимаются, и родителям нравится, что не нужно детей чем-то еще отвлекать от мысли перед посещением врача. Поэтому эти акции, они очень нужны. Храбрости маленьким пациентам не занимать. Они стойко переносят лечение, ведь это залог выздоровления и скорейшего возвращения к привычной жизни. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».